Совсем немного остается до праздника Крещения, он наступит уже в полночь. Однако по традиции православные верующие окунутся в прорубь сегодня в крещенский сочельник. Некоторые считают, что окунувшись в освященную ледяную воду, можно забыть обо всех недугах. Как правильно подготовить неопытный организм и настроить себя на крещенское купание, мы узнали у настоящих профессионалов – люберецких моржей. Моржами в народе называют любителей зимнего плавания. Это люди особой закалки. Поэтому новичкам не стоит быть слишком легкомысленными в этом деле. Нужно готовить себя заранее. Ну, начинать, конечно, нужно, наверное, с бега зимой. Сначала в костюме спортивном, потом в майке, потом с голым торсом, потом обливание водой. Вот. А потом можно нырять в прорубь. В принципе, я ни разу не болел. Однако необходимо знать состояние своего здоровья. Если у вас хронические или вирусные заболевания, купаться в проруби не стоит. Обратитесь к доктору за рекомендацией. Людям крепкого здоровья бояться нечего. В этот день, только один день в году, 19-я ночь, эти сутки мы можем спокойно окунаться и не бояться заболеть. Перед погружением в купель рекомендуется размять мышцы и разогреться, по возможности сделать зарядку и пробежку. Надо закачивать мышцы, заниматься спортом, и ледяная вода – это просто спасение. Особенно важно тепло одеться. Не забудьте взять полотенце, махровый халат и шерстяные носки. Вся одежда и обувь должны легко и быстро сниматься и одеваться. Девушкам стоит правильно подойти к выбору купальника. Я бы рекомендовала никогда в прорубь не ходить в сплошном купальнике, потому что это тяжело стянуть потом себя с мокрого тела, мокрый купальник. Ни в коем случае перед купанием не употребляйте алкоголь. Лучше плотно поешьте и выпейте горячего чаю. Напомню, к празднику Крещения Господня в Люберецком округе купели оборудованы в парке Наташинские пруды, на Малаховском озере и Большом Кореневском карьере. Даниил Михайлов, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.